Февраль 2022 года продолжает забирать молодых актеров. Сегодня стало известно о том, что на днях этот мир покинул актер Виталий Лобанов, которому не было и 45 лет. Виталий Лобанов начал сниматься в кино в середине 10-х годов. К числу первых для него кинопроектов нужно отнести сериалы «Ленинград 46», «Апперкот для Гитлера» и «Семейный альбом». Всего в фильмографии Виталия Лобанова более 35 ролей в кино. Главных среди них нет, но есть хорошо запоминающиеся. К числу наиболее известных проектов, в которых снялся Виталий Лобанов, нужно отнести ленты «Тайны следствия 17», «Ментовские войны 11» и «Карамара». Стоит отметить, что в настоящий момент в производстве находится как минимум один проект, в котором снялся Виталий Лобанов. Речь идет о сериале «Ничья земля», в котором он сыграл милиционера. Виталия Лобанова не стало 10 февраля 2022 года. Актеру было 43 года. Светлая ему память. Напомним, что это далеко не первая потеря февраля 2022 года. 12 февраля не стало актрисы Зинаиды Кириенко. 10 февраля из жизни ушел актер Анатолий Соколовский. 10 февраля этот мир покинула актриса Евгения Брик. 2 февраля свой земной путь завершила актриса Моника Витти. Более подробную информацию вы можете получить, посмотрев видео на моем канале.